Необычный подарок школе поселка Искателей преподнесли ее выпускники. Ранним утром выходного дня, вооружившись лопатами, одноклассники на этот раз встретились не за праздничным столом, а на пришкольном участке. Теперь он украшен яркими кустами рябины и сирени. За процессом озеленения наблюдала наша съемочная группа. Не-не-не, ты зря делаешь, это все вместе. Так возьму и сажается. Оно, говорит, перегнивает, весной перегниет и наоборот, как удобрение выступит. Александр Семенов дает бывшим одноклассникам ценные советы, чтобы растения прижились как можно быстрее на новом месте. Как признается Александр, зеленая акция организовалась случайно. Его друг собирался привезти из Сыктывкара в Нарьян-Мар кусты рябины и сирени. Так появилась идея озеленить саженцами родную школу. В общем-то, идея эта проста. Мы все школы можем посмотреть, наши нарьян-марские. Практически все школы лысовато выглядят на фоне Нарьян-Мара. Если вот каждый выпускной класс, так как мы, возьмет и посадит хотя бы по одному дереву, наши дети будут на перемене выходить и задыхаться от кислорода. Чтобы нынешним ученикам дышалось лучше и легче, на помощь Александр позвал своих одноклассников. Школу они окончили ровно 25 лет назад. У каждого есть семьи и дети, многие из которых ходят в эту же школу. Несмотря на занятость, возможность снова увидеться бывшие соседи по парте стараются не упускать. Редко собираемся, вот собрались, полезное дело сделали. А дружный класс у вас был? Ну, да, вполне хороший дружный класс. Один из самых дружных. Да, да, да. Как смеясь, говорят бывшие выпускники, им повезло не только с классом, но и учителями. К шестой школе они навсегда приросли корнями. Надеются, что и их зеленые подопечные поступят точно так же. Поэтому каждый сантиметр земли тщательно приминают, чтобы не образовалось воздушной подушки и грунт не успел промерзнуть. Мы будем надеяться, ну, под руководством садим опытных инструкторов, так скажем. Они нам все объяснят. Я читал фотоотчеты и устные отчеты из Ямала. В принципе, у нас получается широта та же, климат у них тот же, лесотундра у них та же. У них прихватилось. Ну, есть небольшие тонкости в уходе, но, думаю, все справимся. В том числе и мы. Мы все здесь и школьники, и мы все здесь рядом находимся. За новыми подопечными, четырьмя кустами рябины и тремя сирени, привезенные из сыктывкарского питомника, по словам директора школы, готовы ухаживать не только ученики, но и их преподаватели. Ведь это первенцы, посаженные руками бывших выпускников. Это первое предложение, которое поступило от наших выпускников таких. Даже очень положительно, потому что я считаю, что это должно даже быть традицией школы. Потому что в рамках озеленения школы, чтобы школа была красивая, и это действительно очень хорошая традиция. По словам руководителя школы, хорошая традиция, заложенная Александром и его одноклассниками, положит начало будущей аллее выпускников. Сами первопроходцы уверены, в этой школе благополучно вырастут не только их дети, но и деревья. Ведь для этого здесь созданы все условия, а главное – благодатная почва. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».